Всем привет! Меня зовут Софья Бабульгум, и я мыловар. Сегодня я вам покажу, как залить пластмассовую форму радуги. Для изготовления мне понадобится два вида мыльной основы – белая и прозрачная. Основа продается твердыми брусочками, обычно по 1 килограмму. Но чтобы с ней можно было работать, ее нужно нарезать и растопить в микроволновке или на водяной бане. Далее растопленную основу я буду окрашивать косметическим пигментом во все цвета радуги. Для удобства заливки маленьких деталей я и другие мыловары в основном используют пипетку Пастера. В нее очень удобно набирается горячая мыльная масса и точечно наносится на форму. Заменой такой пипетки без проблем может стать обычный медицинский шприц, конечно же, только без иголки. Давайте сейчас вернемся к видео. Здесь я добавляю 1 каплю пигмента в белую мыльную основу и получаю красивый голубой оттенок. А чтобы сделать насыщенный синий цвет, я в эту же основу добавлю больше синего пигмента, и тогда получится уже яркий оттенок синего. А сейчас к синему я добавляю розовый неоновый пигмент, и у меня получается невероятно фиолетовый оттенок. Мыловарение — это очень весело, потому что цвета можно смешивать, экспериментировать и получать их великое множество. Все затеки легко убираются шпажкой. И еще плюс к тому же, форма прозрачная, пластмассовая, можно переворачивать и смотреть, все ли до конца вы вычистили. Последним этапом я заливаю облачка просто из белой мыльной основы, жду, когда все застынет, и процарапываю. Таким образом подготавливаю к следующему основному слою. А главный слой я сделаю прозрачно-голубой, как небо. Ароматизировать мыло я буду одушкой Bubble Gum. У нее невероятно насыщенный фруктово-жвачный аромат, который идеально подойдет к веселой радуге. Фишкой данного мыла я сделаю глиттер. Он имеет мелкий помол, почти прозрачный, и он даст такое внутреннее сияние мылу. Все ингредиенты и формы, которые я использую в этом видео, из магазина «Мыльная сказка». Если вы не знаете, где приобрести товары для мыловарения и, в принципе, для всего творчества, то этот магазин вам идеально подойдет. Ссылочка будет в описании. Через 30-40 минут мыло застынет, его можно извлекать из формы, и пора добавить последний волшебный штрих. Брызгаю облачка спирт. Там и посыпаю блестками. Так они будут держаться отлично. Хотите секрет? Если долго смотреть на это мыло, то можно увидеть единорога.